Дни казахстанского кино прошли в Грузии. На суд зрителя представили игровые полнометражные фильмы на казахском языке с английскими субтитрами. Благодаря тому, что в отечественных фильмах лейтмотивом идут темы любви, добра и стремления к жизни, картины нашли отклик среди грузинской молодежи. Юлия Тужилкина с подробностями из Тбилиси. Казахстанская культура и мировоззрение в современной интерпретации. Все это представлено грузинскому зрителю на широком экране. В Тбилиси проходят Дни казахстанского кино. Это значимое мероприятие во всех смыслах, потому что это, прежде всего, культурное мероприятие. Все любители кино могут посмотреть новые казахские фильмы, фильмы молодых кинематографистов. И это очень, по-моему, очень интересно. Это очень нужно такие мероприятия делать. В программе три игровых фильма от молодых и перспективных казахстанских режиссеров. Первый показ – комедийная драма «От» о тяготах жизни мужчины, заваленного долгами и семейными проблемами. Главный посыл картины – желание жить наперекор судьбе. История нашла отклик в сердцах грузинских зрителей. После просмотра фильма в первую очередь я задумался над своей повседневной жизнью. Я проводил параллель. А еще у меня появилось уважение к хлебу. Словно я стал понимать истинное значение этого продукта в широком смысле и конкретно в моей жизни. Грузия не единственная, где показывают казахстанское кино. В списке у организаторов кинофестиваля 17 стран. И в более половине из них молодые режиссеры уже представили свои картины. Грузия – это 10-я страна, которую мы показываем наши фильмы. Отклики очень интересные, очень приятные. Всем нравятся наши фильмы. Плюс к этому очень высокая заинтересованность кинопродюсеров зарубежных стран, которые посмотрели наши фильмы, которые знакомятся с нашим казахстанским кинематографом. И уже есть некие задатки сотрудничества с этими странами. Грузия тоже заинтересована в совместном сотрудничестве в сфере культуры и потому планирует подписать двусторонний меморандум с Казахстаном о развитии киноиндустрии. Юлия Тужилкина, Шалва Сурмилашвили, Хабар 24, Грузия, Тбилиси.